Привет всем! Вы на канале Санита, меня зовут Настя Бабич, и сегодня хочу рассказать о еще одном виде помощи, который называется спонсорская поддержка семьям из Украины. Вы подписывайтесь на канал, а я начинаю. Поехали! Эта помощь направлена как на тех, кто остался в Украине, так и на тех, кто вынужденно переехал за границу Украины. Какой объем помощи? Объем помощи $1000, если вашу анкету выберет определенный спонсор. Также деньги вы можете потратить только на еду, аренду, одежду, эвакуацию из зон боевых действий. Когда вы заполнили заявку и отправили, никаких уведомлений или подтверждений не приходит. Но если вашу анкету выбирает спонсор, тогда вам на электронную почту придет подтверждение. Итак, сейчас я покажу, как выглядит эта регистрационная форма. Вот так выглядит эта регистрационная форма. Вы выбираете подать заявку на семью. Вот так выглядит эта регистрация. В первой строке вы указываете почтовый адрес особы, благодаря которой вы узнали об этой помощи, либо пишите свой адрес и в первой, и во второй. Потом пишите ваш номер телефона, потом пишите ваше имя, фамилия, ваш номер банковской карточки, тот номер, который написан на самой карточке, там обычно 12 или 16 цифр, ваша дата рождения. Ваш город. Если города нет в списке, выбираете вот «Инше місто» и вписываете ваш город. Адрес, где вы живете на данный момент. Почтовый индекс. Также указываете, где вы сейчас. Количество людей, количество детей. Семейное фото. Делайте простое фото тех людей, которые будут претендовать с вами на эту помощь. Вот здесь как хотите. Если хотите, чтобы ваша фотография появилась на страницах фонда в социальных сетях, то ставите. Если не хотите, не ставите. Это вас ни к чему не обязывает. Вот здесь ссылка на вашу страницу в Фейсбуке или в Инстаграме. И здесь описываете вашу ситуацию семейную и как вы планируете потратить ваши деньги. На мой взгляд, по этой программе каких-то супер важных и критических данных, собственно, не спрашивают. Вот и вся информация об этой программе. Я с вами поделилась информацией, а вы уже принимаете решение, регистрироваться вам или нет. Я бы лично зарегистрировалась. Помните, что все ссылки я оставляю в описании под видео. Не забывайте подписываться на канал, ставить свои реакции и комментарии. Пока!